сегодня уже принимаем делегацию Россельхознадзора. В течение этих двух дней мы подготовили график мероприятий. Делегация выедет на место, посетит ряд сельхозпредприятий для того, чтобы посмотреть на то, что выращивается, какого качества. У нас была делегация год назад, было высказано ряд предложений, выявлено ряд нарушений. У нас был срок, мы, соответственно, все эти нарушения исправили. Я надеюсь на то, что результатом двухдневного визита у нас будет достаточно положительные события, и ряд наших экспортеров, мы надеемся, получат доступ на российский рынок. То есть выстраивается система обеспечения безопасности. Это очень важный элемент. И при таком подходе, какой продемонстрировала Гагаузия, я думаю, что она может стать примером для всей остальной Молдавии. Потенциал есть, потенциал должен использоваться. А когда наступит стабильность в поставках на российский рынок, это будет означать еще и особую инвестиционную привлекательность этого региона. И мы настроены максимально помочь этому. И полагаю, кроме сегодняшней делегации, которую возглавляет Алексей Николаевич, к концу недели появится делегация Роспотребнадзора, которая будет укреплять те договоренности, которые сегодня, завтра будут здесь достигнуты. А также конкретно будет развиваться связи, контакты, сотрудничество между регионами, субъектами Российской Федерации и Гагаузии.